что за... Здравствуйте. Да. В музей, я понял, все. Все хорошо, я там просто пока проверил, сейчас спросили, куда я уехал, объяснял, что это, ну, куда переселился, познакомился. Все, ответ, ну, как бы разобрались. Вот, вставай здесь. Да нет. Нет, нет, вставай. У нас скидка 14%. У тебя такая есть? Да меня здесь уже знают. А то мы сказали, что 14 человек. Все хорошо. Я за вчера максимально сколько смог, переобщался. Говорят, что им где-то есть дешевле. Возможно, но это надо куда-то... Вот там сон. Да? Далеко? Ну, так, ладно. Где-нибудь это на станции метро Черкизовская подешевле есть, надо съездить. Ну, мы сейчас здесь покушаем, а потом пойдем куда-то. Мы тут тоже приедем. Как? Вот рядом, следующая станция. Антоха, москвич, что ли? Мы ничего не справляемся, мы задачи делегируем. Я как бы здесь не хочу, я вот кофе возьму, потому что я... Дал бы назад. Так, это все наши, да, пока набирают, собирают? Где приборы? Чё, стой, что ему надо? Ложку. Ложку я возьму сейчас. Всё, стой. Я принесу ложку. Не это.